Сборная Евразийского института РосГМУ. Здравствуйте еще раз. Мы команда, у которой каждый раз сегодня, слава богу. Но сейчас единственный момент, когда все хорошо. Немного непривычно, что я вначале вышел и ничего не говорю. Не знаешь, в чем дело, брат? Вообще-то я здесь главный, а ты стоишь и молчишь. Договорились? А ты что, здесь самый умный? Ну, официальной номинации в КВН еще не было, но по неофициальной статистике, да. Так я не понял, что здесь началось? Вы вообще кто такие? Мы команда, выводим людей из зала, и от этого смешно. Людей из зала? Да кому ты рассказываешь? Все понимают, что это подстава. Ну хорошо, сейчас я спущусь, вы меня вытащите, посмотрим, что у вас из этого получится. Интересненько-го. Я думаю, это плохая идея. Ты что, очканул? Ты что такое говоришь на Первом канале? На что, КВН все смотрят, люди разные. Ты что, не думал, что зрители зала могут тебе такое сказать? Ладно, ты сам напросился. Привет, как тебя зовут? Коля. А фамилия? Архипенко. Ну, фамилия нормальная. А, я понял, типа имя мое ненормальное, да? Друзья, давайте поаплодируем, это же смешно. Сейчас еще смешнее будет. Пойдем на сцену, давайте поаплодируем, у вас стремается, скорее всего. Жутко стремаюсь. Так непривычно все на меня смотрят. Ой, извините. А вы меня еще и двигаете, да? Давай не поясничай. Давай не поясничай, просто на вопросы отвечай. Ну давай, импровизатор, удиви меня. Кем работаешь? Начальник молдавского ФСБ. Ты же с Краснодара, почему молдавского? А мы в Молдавии базируемся. Все, тупик. Короче, ты простой зритель. Я тебе буду сейчас быстро задавать вопросы, ты на них можешь отвечать только да или нет. Понял? Нет. Что ты не понял? Да. Да что такое? Ты сам сказал отвечать да или нет. Хорошо, давай сыграем по моим правилам. Ты можешь отвечать только краб или устрица. Кто твой отец? Краб. А мать? Устрица. С кем я общаюсь вообще? Ладно, не хочешь играть в игры, мы вообще-то номер подготовили. Будет ограбление в банке. Ты стоишь здесь, сам поймешь, что нужно делать. Всем лежать, это ограбление. О, Господи, это ограбление банка, что мне делать? Что ты делаешь? А ты что, думаешь, зритель не может испугаться и убежать? Короче, давай, вылезай оттуда, а. Я вылезу, если ты выполнишь два моих условия. Первое. Убери пистолет. Убрал. Второе. Сними штаны. В смысле? Я зритель. Я непредсказуемый. Вов, он там за ширмой может всю жизнь просидеть. Могу и собираюсь. Короче, есть один способ, как его выманить. А я тебя недооценивал. Может, давай избавляться от этой привычки выходить под эту музыку. В чем проблема? Проблема в том, что вы меня используете как дерево. А завтра в интернете напишут, никакущий Архипенко тянул вниз евразов красавчиков. И вообще, КВН уже не тот, было смешно, но не более. Внизу подпись «Имхо». И что? Я не хочу, чтобы какое-то «Имхо» писало про меня это в интернете. Может, все-таки будешь нашим другом и поможешь нам? Хорошо, я согласен. Короче, ты умеешь давить на жалость. Вот гитара, держи, действуй. Что ты делаешь? А вам что, вы не жалко? Ставьте 5, человеку больно. Может, его ножом? Вы что, бесчувственный, что ли? Я забыл, что там дальше по тексту. Ты говоришь, что мы бездари. А, да, вы бездари. Вы даже двух предложений запомнить не можете. Коля говорит финальные слова. Что?
Ой, блин, а то, что было в скобочках, выучил. Ну и точно, знаю, что у нас все будет хорошо. Несмотря на то, понравилось вам наше выступление или нет, мы считаем, что мы лучшие. И если кто-нибудь из вас после этих наших слов подумает, что мы пафосные уроды, честь вам и хвала. Сборная Евразийского института «Рост ГМУ». Нас трудно победить, потому что с нами зритель. И он уже поклонился, идет за кулисы. Ну, весело получилось. Да, было смешно, но не более. We'll make you fly.